Мы живем в отеле «Бархатные сезоны». Целый город волонтеров. Наш квартал называется «Спортивный». Стоит из нескольких вот таких домиков. Территория утопает в зелени, чисто, аккуратно. На каждом уголочке есть магазинчик, кафе. Наш 13-й домик. Наше утро начинается с завтрака и зарядки. Шагаешь босиком по улице, и если никто не простудится, то все непременно сбудется, и ты словно мокрая курица. Шагаешь босиком по улице.